Приветствую, мои хорошие, меня зовут Алексей, продолжаем World War Z и последнее задание компания Камчатка. Давайте поставим сложно и пытаемся сдюжить Атомный Альянс. Так или иначе, поехали. Надеюсь, сегодня не будем бегать снаружи, потому что наши персонажи замерзали, отнимало здоровье, и по закону подлости сегодня ночью я смотрел фильм перед сном, вот, и уснул с открытым балконом, зубы не почистил, в итоге проснулся ночью, там, и под утро, уже от холода, и сильно переживал, потому что мог заболеть. Опять же, открытый балкон, было очень холодно, и я очень часто бывало заболевал от того, что банально засыпал с открытым балконом. Но так иначе, пока вроде все хорошо, ключевое слово пока что, потому что неизвестно, чем это все закончится. Но так иначе, мы уже бегаем где-то в помещении, не может не радовать. И значит, со здоровьем будет все хорошо. Продолжаем двигаться дальше, нам сегодня нужно также сопровождать Аню и Димон. Вот, я, если честно, уже задолбался, потому что мало того, что зомби убиваю, там здоровье отнимается, да, Аню, Димона сопровождаю, в общем, возложили кучу просто обязанностей и даже не дают понаслаждаться, побегать, поубивать зомбей на шару, как бы, да? Потому что сделай это, обороняй это, сопроводи это, защищай то, блядь, какого черта? Фу, так иначе, зомбя, а че зомбя? Места мало, поэтому если будет большая толпа, зажимает, убивает, так что в этом плане. Но давайте пройдемся и, возможно, попадется здоровье, это, ой, Буша, пошли нахер. Давайте просто бежать по заданию, особо, наши, особо не заморачиваться, потому что бегать по помещениям, где толпа зомби, не очень приятная тема. И, вау, А2, нихера себе, сказал я себе. Похоже, нужно запустить подводную лодку, и тогда сможем уже сваливать. И очень напоминает, что будет оборона. Давайте, ребята, пополняем наши боезапасы, делаем оборону как можно быстрее, потому что время дается очень мало. И надеемся выжить, сдюжить. В этом плане все хорошо. Нихера себе там, опять же, куда ставить боезапасы, припасы, потому что ты не знаешь, откуда пойдут зомби. Но надеемся на лучшее, опять же, да? Ой, вижу. Братан, давай. Бляха. Давайте ставить наше оружие. Вот, запускается таймер. Как правило, тебе дается очень мало времени. И уже попадается тяжелое вооружение. Хотелось бы побольше автотурели, потому что пока мы бегаем только с ботами. И, разумеется, наши боты... так, подожди. Боты не используют оружие. Уже парень зашел. Также... технарь, но не 30 уровень. Пока парень тоже бегает, помогает, давайте, ребята, продолжать бегать и ставить защитные сооружения, потому что время уже заканчивается и нужно сделать как можно быстрее. Продолжаем пополнять наши боезапасы, пытаться выжить, сдюжить. Братан, давай. Показывай. Блять, опять же, видишь, стационарного оружия полно. Разумеется, за этим оружием также нужно стоять. Вот, и пока я даже не ведаю, куда это впендюрить. Давайте побегаем так с нашим оружием. Время заканчивается, ребята, поэтому давайте занимаем позицию и пытаемся понять вообще, что делать. Что делать? Выжить, разумеется, выжить. Пока там Димон наяривает в тот же самый доту, там танки, да? Вот, мы пытаемся оборонять его позицию. О, пожалуйста, зомбушу тебя уже. Зомбаречки, зомбари, от заката до зари. Та-ра-та-ра-та-та. Давай, ча-ча-ча, продолжаем раздавать. Так, подожди, у нас получается... уже парень... Вот опять же, видишь, 8 уровень парень зашел. И, как по мне, лучше бегать с ботом, потому что 8 уровень не особо будет помогать. Но в любом случае, будем надеяться на лучшее, да? Так, тяжелое оружие пока не юзаю, потому что, опять же, может понадобиться попозже. Вот, и наших парней разбрасывают просто на раз-два. Блять, крикун. Отлично. Его уже пожамкали, помажаем Димону. Димася, живи. мешает ему погамать в тот же самый дотан. Наших парней уже разматывают, не очень приятная тема. Вот, и давайте помажать, пытаться это делать. Да неужели? Так, значит, оружие не используем, потому что может понадобиться попозже. Противники также могут менять направление, поэтому я пока не ведаю, куда лучше впендюрить наше оружие. Вот, но пока вроде живы и не может не радовать. И слева, и справа, отовсюду. Обалдеть, поможаем нашим.
Давай, давай, живи, 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 ача, ача, продолжаем раздавать. И зомби всех убивайте, продолжаем. Па-па. Ой, да неужели, неужели, Димон, давай. Пиздец, я местами даже попадаю по нашим. Вот, и восполнить здоровье, разумеется, я нашим парням не смогу. Потому что, опять же, я стрелок, не более того. Пополняем наши боезапасы и... Да пошел ты нахер, постоянно бежит и бежит. Давай, Аня, Аня, Таня, блядь. Кукла Маша, кукла Даша, алды на месте. Алды на месте, была такая песня. Вот, у нас две куклы, есть Дима, который катает в Дотан тот же самый, да? И есть также Аня, которая ему в этом помогает. Но, блядь, я, если честно, уже упоролся помогать нашим парням, потому что они пока катают в ту же самую Доту, да, мы должны убивать зомбей. Но так иначе двигаемся дальше, там опять впереди целая толпа, и пытаемся выжить, дюжить, да? Братан, здорово, братан, говорю, слышишь, давай до свидания, Вася. Подожди, Дима, блядь, Дима из магазина, я не веду вообще. Ух, блядь, оборона похожа, да вы упоролись. Два раза оборона, а что так можно было, что ли? Фу, неужели? Ну, опять же, ни тяжелого оружия, ничего хорошего я не вижу, поэтому придется, сражаться, стараться, блядь. Чего? Пиздец, они еще и сзади появляются, а что так можно? Давай, держи. Ча-ча-ча-ча-ча. О, там целая толпа, блядь, уже нашего кого-то жамкают. Да пиздец. Он встал, короче, перед пулеметом, похоже, и наш его захерачил. Обалдеть. Ну, разумеется, я помочь не могу, потому что если он нашего захерачил, он также меня может пожамкать. Давайте здоровье то же самое. Давай, о, неужели, блядь, и уже заблевывает. Обалдеть. Давай, да неужели, пошел ты нахер, ублюдок. Пиздец. О. Ну, опять же, видишь, он, чувак, выбежал впереди нашего, который стрелял с пулемета, и виноват даже и тот, кто выбежал посреди пулемета, и виноват тот, кто стоял за пулеметом. То есть он тупо убил нашего и продолжил убивать зомби. Ну, это вообще тоже глупая затея. Видит, что чувак стреляет с пулемета, взял, побежал впереди него, да, как, ну, поэтому. Ну, так иначе, хорош кукарекать, я люблю часто. Ладно, двигаемся дальше. Выжили, сдюжили и не можете радовать. Фу, давай, поехали. Ага, ничего хорошего. Разумеется, хотелось бы здоровья, но... Давайте, парни. Во. Димон, давай. Фу, двигаемся дальше и продолжаем бегать по помещению. Серьезно, очень похоже на то, что нам придется завести подводную лодку и с помощью нее уже потом съябывать с этого места, потому что... да я не знаю, зачем они вообще с лайнера вышли, да, камон. Нужно было оставаться на лайнере, самое безопасное место, тем более, что зомби мы там уже пожамкали, как бы, получая удовольствие, что называется, да? Ага, ни здоровья, ни хера, вот такие вот дела. О-о-о, на улицу. Только, блядь. Нет, мы на улицу не пойдем. О, пожалуйста. О, давайте бегать. Нужно найти ключ и карту. Вот. И тогда уже сможем пройти дальше. Давай, мой хороший. О, давай, давай, давай. Ничего нету. О, давай, 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 давай. Дамит. Какого черта? Ни хера нету. Вижу, 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 вижу. Очень подозрительно спокойно, зомби нету. И, разумеется, я местами даже переживаю. Здорово, неужели, неужели. Давайте бежать, я сразу по заданию. Вот, и давай, давай, давай. Вижу, 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 братан, давай. Так, по оружию все хорошо, появляются зомби те же самые. Блять, только говорил, типа, все хорошо с ябовым, парни. И, пожалуйста, тяжелое оружие. Пошел ты нахер, ублюдок. Пиздец. Тяжелое оружие, там уже нашего пожамкали. Обалдеть. Фу, начинается, начинается. Дальше пройти не можем, давайте помогать и спасать нашего. Пиздец, у меня у самого здоровья остается очень мало. Давай уже. О, хорош, ядрёный воз. Давай уже, давай, 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 вижу, 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 вижу. Фу, бляха. Да неужели? Неужели? Здоровья тоже очень мало. Давай, 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 давай. Ну опять же, блядь, сейчас полчаса его жди, пока он там подрочит, еще умрет там где-нибудь, потом бежать за ним. Как правило, если меня бомбит уже, я тупо забиваю, подбегаю и добиваю нашего союзника. Вот.
И, блядь, оборона, похоже. О, давай. На тебе, твари, пошли нахер. Пожамкай эти зомби тех и самых. Ща пожамкаем, блядь, давай. Ча-ча-ча, продолжаем раздавать. Нихера там их, целая толпа. Вот это я понимаю. Да. Самое главное, чтобы наши не лезли посреди пулемета, иначе это будет прохладная тема. Оу, прилетит к нам Алёха в голубом вертолете. Пара-пара-пара-пара. Блять, здорово. А, не, это не здоровье. Я, дайте здоровье. Фу. Двигаемся дальше. Зомби уже не остаются. Доберитесь до выходного шлюза. О, и здоровья нету. О, вижу. Дайте здоровье. Здоровье, ты знаешь, так много. Папара. Местами темно и даже забываешь про то, что зомби могут вылазить в самый неподходящий момент. Давай уже. Во, наши. Блять, ну какого черта, братан? Ну давай уже бежи. Пиздец. И сейчас он там сдохнет, и ты должен потом бежать ему помогать, блядь. Хорошие мозги, ебать, камон. Вот и 9-й уровень эти. Пиздец, вот пока он там побегает, подрочит. Не, я понимаю, что он может там найти здоровье, прочую хуйню. Но пока он там... Ох, короче, я сейчас бомбить начну, похоже, надо начинать было и продолжать бегать с ботами. Пиздуйте, блядь. Аня, Димитрий. Чего? Сука, оборона, похоже. Опять оборона. В любой непонятной ситуации давай оборону. Подожди, наверх ты не пройдешь. Ой-ой-ой, блять, не видно ни хера, блять. Пиздец. Давайте пройдемся. Опять же, нужно раздобыть здоровье. О, пожалуйста, тебе. Ой-ой-ой-ой. Давай здоровье. Ага, здоровье, ты знаешь, так много. Папара-пара-папара-папа. Так, больше ничего хорошего не попадается, ребята. Похоже, оборона. И уже потом, потом можно будет сваливать. Опять же, если выживешь. Давай. Моя очередь играть в доту. Фу, защищайте Аню и Димона. Блядь, Димона. Сука, уже зомбя лезут, уже зомбя. Только начали, уже, пожалуйста, зомбуши. О, черт! О, пиздец! Пошел ты нахер, ублюдок! Да неужели? Фу, давай, живи. Блять, парни, давай, занимай позицию, серьезно, камон. Я стою сверху, потому что если понадобится помощь, да, тогда я смогу оперативно помочь. Ча-ча-ча, продолжаем раздавать, та-та-та-та-та. Видишь, они еще стоят в разных местах, поэтому не очень приятная тема. Ну, так или иначе, пока вроде живы. Ага. Там наших уже замку, это обалдеть. Чего? Давай, вижу. Блять, а ты не пройдешь. Это получается, нужно парням также бегать снизу и активировать разные приколюхи, потому что уже бежут. Мы здесь пройти не можем, поэтому нам остается только получать удовольствие и пытаться выжить. О, Вася, давай, до свидания. Да неужели, блядь, зомбя? Бежут. Давай. Ой, братан, попал по-нашему. Давайте, мои хорошие. Аня, Димон, давай. Уже больше половины прогресса, поэтому видишь, они активно уже херачат в доту, в ту же самую там танки. Поэтому нужно помогать и выручать наших парней. На чемпионате они похожи такие, типа, блять, похеру на зомби-апокалипсис. Нам нужно турнир по доте выигрывать и давайте, парни, обороняйте, да, что называется. Пиздец, я серьезно, я очень переживаю, потому что могут зомби зайти сзади, спереди и, в общем, не очень приятная тема, похоже. Фу, бляха. Так, давай боезапасы те же самые. О, еще здоровье, хорош. Давай, пополняем боезапасы, припасы. И в этом плане все хорошо. Неужели? Неужели выжили, сдюжили? Чего? Подожди. Сюда. Во, вижу. Братан, вижу. Да неужели? Съябываем, парни. Ну, опять же, сейчас может опять оборона быть, да?
Чего? Давай, 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 Валя, 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 Валя. Неужели, неужели? Ну и опять же, это еще может не конец, да? Поэтому... Фу, ну опять же, здоровье есть, а боезапасы есть, поэтому в этом плане все хорошо. Давай, вижу, 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 дюжи, да? Воу, неужели? Фу, выбираемся наружу, похоже, да? Окей, мы сделали свою часть. Теперь твоя очередь. Get that sub hooked up to the grid. It will have to wait. We're seeing massive enemy movement in our direction. Доберитесь до поверхности, но опять же снаружи бегать не очень приятная тема, потому что на улице... Да не, погода в принципе хорошая, поэтому переживать не стоит. Ребята, опять похоже оборона, поэтому... Давайте как можно быстрее пройдемся. Да, все говорит о том, что будет оборона. Но опять же, мы пока не знаем, куда ставить наше защитное сооружение, потому что... Зомби могут пойти хер пойми откуда, поэтому также надо учитывать. Ага, начать бой, сражение. Пиздец, а куда ставить, я не ведаю. Давайте продолжать бегать с нашим оружием, потому что я пока не ведаю, куда ставить. Вот, давайте лучше автотурель захерачим. Вот, и потом уже поймем, куда ставить нашу... Уже спиздили наше оружие. Пока я там разглагольствовал. Но видишь, мы не знаем, откуда пойдут зомби, поэтому я не знаю, куда впендюривать, потому что бывает такое, что ты поставил там пулемет тот же самый, вот, а зомби пошли там с другого направления, и как бы, какого черта, да? Ага, давайте, парни. Оружия не так уж и много, поэтому особо ничего поделать не можем. Начинается сражение, зомби уже пытаются прорвать нашу оборону, но пока вроде живы, дюжим. Это финальное сражение, насколько я понял. И потом уже можно будет сваливать из этой Камчатки, да? Где кроме зомби никого нету. Ага. Давай, давай. Занимаем нашу позицию и начинаем жамкать зомби тех же самых. Опять же, нужно удерживать позицию, нужно спасать наших ребят. Часто бывает такое, что мы в самом замесе, при этом они, ну, я имею в виду парни... Там, не знаю, где-то в помещении за клеткой, вот. И тем не менее мы должны им помогать. Какого черта? Почему мы снаружи, как бы нам никто не помогает, а парни, казалось бы, в безопасном месте, и мы должны спасать, выручать. Блять, я серьезно переживаю, потому что зомби пытаются наломиться, но пока не ясно вообще, чем это закончится. Так или иначе, давайте, ребята, занимаем, продолжаем занимать оппозицию и убивать толпу зомби. Вот, давайте, товари, держи. Держи, мои хорошие. Во, продолжаем раздавать. И зомби всех убивать. Продолжаем. Ча-ча-ча-ча. Зомби становится все больше. Они и слева, и справа пытаются прорвать нашу позицию. Ну, а мы, разумеется, этому противостоим. Во, хорош там. Серьезные парни. Братан, пулемет. Тыр-тыр, пулемет. Давайте, давай, как можно быстрее. Вот, часто бывает такое, только убегаешь со своей позиции, и уже союзник бежит тебе помогать. Следующий, сказал заведующий, подожди, слева, справа, откуда пойдут? А, бляха, давайте бежать вместе с нашими. Следующая оборона, похоже. В любой непонятной ситуации давай оборону. Ага, тяжелое оружие, почему нет? Берем тяжелое оружие и пытаемся добраться до наших. О, давай. Блять, товари, держи. Ча-ча-ча-ча-ча. Продолжаем раздавать и зомби всех убивать. А продолжаем. Ча-ча. Вот, товари, а. Бежут и бежут, а. Ха-ха. Разберемся, парни, где наши не пропадало. Фо-фо-фо-фо-фо. Зомби даже не успевают добежать. Но расслабляться не стоит, потому что, видишь, они и так же еще сзади бежают. Обалдеть, блять, сзади. Пиздец, а что так можно было? Сзади, спереди. Да неужели, неужели? Все похоже. Продолжаем. Нужно, чтобы наши также помогали, потому что пока убиваешь зомби спереди, они тебе уже сзади забегают. Но пока вроде все хорошо. Да неужели? Пиздец. Но это не конец, похоже. Чего? Защити это, защити то. Вы все упоролись, блядь. Куда, чего бежать? Фу, блядь, еще сверху. Обалдеть.
Давайте, ребята, как можно быстрее занимаем позицию и начинаем жарить товарей. Ага, я, похоже, не попадаю. Ладно, давайте похеру с помощью нашего оружия. Продолжаем. Давайте, парни, пошел ты нахер, зомбуша. Обалдеть, там безумная река этих товарей. Давай, 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 давай. Они уже добираются до наших позиций, блядь, пиздец. Пошел ты, ублюдок. Остается не так уж и много времени. Помогаем, пытаемся помочь нашему. Вот, давай, 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 парни. Отлично, отлично. Так отлично, что неприлично. Держите, твари. Блять, здоровье остается все меньше, потому что зомби, блять, сука. Давай, 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 давай. Живи, 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 живи. Пиздец, занимаем позицию повыше. Пошел ты нахер, блять. Во, продолжаем, парни. Пытаемся выжить, потому что здоровья мало. Зомби продолжают и слева, и справа, блять, отовсюду. Давай, 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 давай. Че-че-че-че-че, пошел ты нахер, зомбуша. Во, хорош, почти, почти, почти. Живы, живы, живы. Живы, живы, парни, живы. Продолжаем раздавать. Почти нахер, зомбуши. Пиздец, давай, давай, давай. Вижу, 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 иди же. Во, хорош. Давай, сука, живем, живем. Обалдеть. Давай, 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 поможи, поможи, поможи. Да пошел ты нахер, раздают по мне. Давайте, парни, остаются последняя толпа, похоже, и тогда победа будет за нами. Но опять же, я переживаю, потому что здоровья очень мало. Во, давай, 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 пошли нахер. Да неужели, неужели? Восполняем здоровье. Блять, ну, братан, ну, дай здоровье-то восполнить. Стоит, блять, нихуя не делает, зомби на меня бежит. Давай, 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 здоровье. О, неужели, неужели? У, блять, там опять целая толпа, какого черта? Пиздец. Да неужели? Серьезно, в задании было просто куча оборон. Не успеваешь одну толпу зомби убить. Тебе говорят, спасай Димона, там защищай. В общем, разработчики решили упороться, потому что дополнение хоть и состоит из трех заданий, но крайне тяжелые. По-моему, в компании обычной такого не было. Потому что оборона на обороне и обороной погоняет. Так иначе, ребята, давайте прощаться уже до следующих видео. Разумеется, с большим удовольствием буду ждать следующие задания. Опять же, если появятся, если будут. Ну, если видео понравилось, большой палец вверх. Также подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока.